Сегодня, в общем, последний вечер у нас в городе Геленджик. Здесь вот ангелы. Прикольно вообще, так все подсвечено, обалденно. Круто, да? Вот. Не знаю, что это, к чему это. И такой вот у нас вечер. Вот шары все эти таскают. Вот поближе сейчас подойду. Аккуратнее, да. Вот они. Тут с рыбками сидят. Развиваются. Тут очередь прям даже целая. Вот такие трубки. Чего? Я тебе говорю, это дают то, что они въедают. Что там по ценам? Вообще непонятно. А, вон. 10 минут типа 200 рублей. 20 минут 300 рублей. 30 минут 400. Плачешь, хочешь? Хочу ли я этого? Ты спрашиваешь, хочу ли я этого? Нет. Я говорю, что это хорошо тем, кому хочется кожу на ногах потискать. А это что такое? Яркие рыбы, экзотические животные. Смотри, это типа, помнишь, нам мужик рассказал, как здесь разводят а-ля океанариум, что-то такое. А на самом деле там особо смотреть не на что, мол. Что это? Что? Тир-тир. Типа тир. Ну, типичные такие. Фигни. Мы вообще на самом деле ищем, как в прошлом году мы же были у другого берега. Вот. И мы ищем, что здесь есть в плане сувениров, где можно было бы купить. Тому как вот там, в той части, где мы были, там достаточно много было палаток. Вон там какой-то что-то сувенирных, да. А здесь их мало. Знаю, что меня, наверное, плоховато видно, но. Да, тут действительно есть какие-то магазины уже. Не знаю. Нет, ну это магазины продуктовые. Руки убираете? Здесь чисто. Еда, еда. И все. Тату. Я, честно говоря, считаю это бредом каким-то такие татушки делать. Но что-то как-то здесь туго в этом плане с магазинами. Блин, как так-то? Ну вообще. Ну все. А тут уже всякие там кафе и так далее. А, вон какие-то. Пойдем посмотрим. Может там. Хотя тоже что-то непонятная тема. Нет, тут у нас пишут. Пишут с натуры. Ой, не могу. Здесь уже какие-то мини-сувенирчики. Фонтан такой тут проходим. Все прям фотографируются возле меня. Вот курортные товары, может быть, здесь, да? Ну вот да, там что-то подобное есть уже. Дай бог, чтобы действительно был выбор, потому что уже, блин, надоело. Ходить так впустую. Неприятно. А света сколько, да? Здесь уже отличный GoPro, да? О, пойдем сразу вот к этой, она такая отдельная. Тут, наверное, в основном для детей, морская. О, круто. Смотри, заговорились. Такие классные. Денис хочет вот такие часы. Красивые. Подставки. Ракушки. А ты любой? Ну да, мой, да. Шляпы. Ракушки очень красивые. А вот. Смотрите, такие сумочки милые, интересненькие. Магнитов полно. Следующая палатка. Ну тут, в принципе, везде практически одно и то же. О, ручка. Это ручка уже. Видите, а вот эти ножи твои, да? Ножки, лукошки, ложки, говорю, там есть. Это что такое? Это магнит или что? Игрушки детишкам. А, вот такая, вот смотри, прям вот такая вот. Вот у нее прям вот такая, один в один. Понятно, все ясно, я все понял, короче. Она, кстати, прикольная, она здесь закрывается, как бы.
такая интересная, с совой. А поскольку у вас вот эти вот? 1500. 1500? Кожа. Выглядит кожа. Как будто вот, ты из стиряги вышел. Как, кстати, а вы их там дали, да? Без заточения. Извините. Так, ладно, давай еще дальше. Вот, вот тотем. Что? Тотемчик. Тотемы тут уже как-то разнообразнее все тут. Тут к тотемам уже не подобраться. А вообще любопытно, да. Вот такие вот амулеты всякие. Все, день сборов. В общем, выгружаю сейчас ролик. Интернет оказался, между прочим, лимитированный. Реально, прикиньте, жесть. Вот, и причем, когда мы позвонили, нам сказали, типа, а зачем вообще интернет-то на это? У меня лимитированный, да, зачем вообще интернет-то в отпуске? Только пользоваться WhatsApp и все, типа, все. Как бы за нас все решили, понимаете? Капец, мы, конечно, были шокированы. Но ничего, подключила, слава богу, заплатила там. И сейчас загружается ролик. Мы тут все в сборах, все раскрыто, собираем быстренько. Главное, чтобы там ничего не забыть. 25 минут, да. Мы выезжаем. Блин, капец, значит, такси вызывать надо. Фу! Жук какой-то неприятный там ползет. Вот сумки у нас тут. Мусор надо вынести. Обувь надо собрать еще, к слову говоря, тоже. Рома сок переливает, который у нас остался. Ну, видите, как получается. Но он весь не перельется, Ром. Вот ты хочешь... А что делать тогда? Все равно лучше бы мы эту бутылку взяли. Ты что, его оставлять хочешь? Хороший сок, я его хочу домой забрать. Бери вторую бутылку. Какую вторую-то? Вон вторая бутылка с водой пустой. А не проще ли в одной этой было везти 5-литровую, чем несколько бутылочек? Нет, не проще. А в чем логика, объясни? Размеры 5-литровые, это очень неудобная херня. Ну, хрен знает. Ладно, сейчас еще дадим. Я думала бутылку выкинуть одну. А где она? Я ее думала выкинуть. Вот она стоит. Ты... Вот. А, вот она, да, на, наливай вторую. Сок обязательно надо с собой взять, очень вкусный такой, классный, но, видите, как-то. Дома хорошо будет пицца, я думаю, и Димону понравится. Вот воды вот этой мало осталось уже как раз, тут все продумано. Целый холодильник у нас забит едой, которую мы с собой... Ну, сейчас так уже не кажется, да, что вроде много, а на самом деле все равно много с собой надо брать, все это скласть. Вот мое... Классное, вы еще, наверное, не видели, да? Еловое варенье. Или как оно там? Варенье из хвои. Ну, собственно, потом обзор всего-всего-всего. А пока вот показываем, что нам еще надо собирать. Да, к слову, маслица останется. Вот. Следующим после нас, кто будет послезавтра. Потому что у нас завтра окно, никого не будет. Пакетов тут полно, которые нам очень пригодятся, конечно же. Ну и вот так. А, и целая сумка. Рома говорит, хорошо, что я взяла ашановскую сумку, потому что, блин. Она такая тяжелая. Но мы ее не понесем, мы такси же вызовем, так что... А так нести это нереально. Все, сейчас чай попью. Так, надо было кофе допить со сливками, но, блин, не хочу кофе вообще. Как назло. То есть сегодня я кофе вообще не хочу. Ни на грамм. У меня бутылочки есть как раз. Все, а идти прям полностью, да? Равненько. Очень хорошо. А где сливки-то мои? Там снизу. Снизу. Так, давай мне чурхелы. Тут сливок-то осталось, реально, на одну порцию. Ну тогда надо их допить. Что делать? Все, вызвали такси, ждем. Капец, что-то такси у Ромы не вызывалось нормально вначале. Какие-то глюки были. Я даже очки надела. На шляпку. Капец. О. Я говорю, короче, Ром, как челноки. Набрали, он еще на Роме просто висит. Капец, это просто вот сейчас сесть и прямо вот расслабить. Угу. И еще думаем, вдруг что забыли случайно. Но вроде все взяли. Так, прикидываем, смотрим. Вот он, да, все, ну пошли тогда. Все, такси приехало. Да. Давай, здесь багажник всех маловато. Вот это возьми, давай наверное, в руки возьмем, потому что оно испомнется. Короче, капец, нас высадили в таком месте. И опять все это таскать, бред. Ну, перетаскивай, я буду стоять ждать. Постепенно тащи, окей, одну за другой. Давай. Я стою, жду, что мне еще делать. Давай. Хоть загорим пока не надо. Здесь, кстати, этот автовокзал находится. Не были здесь ни разу еще. Там женщина ходит, предлагает жилье всем подряд. Ну, как-то неудачно. Всем, кому предлагают, в частности, нам, те уезжают. У нас привал нашего. И здесь такая система забавная.
10 рублей, в общем, вот так кидается. Ну, я думаю, тут как бы кто как что кидает. Рома вот фотографирует. Хорошие у нас такие остановки, хороший водитель нам очень попался, клевый. С ним прям весело, он очень позитивен. Тут вот, видите, все подходят, смотрят. Но мы такие красоты уже видели многожды, поэтому... Ну, почему-то все так вот прям фотографируются, как будто что-то такое новенькое. Но мы сами с гор сейчас приехали, и как бы для нас эти виды уже такие познанные, да? Да, как-то... таким уже не пробьешь. А вот там вот подъем какой-то куда-то, может, подняться можно было, я даже не знаю, мы как-то не подошли. Тут вот веревочки всякие. А, можно, да, туда можно, надо было туда подняться, вот это было прикольно. Да. Да ничем, будем время тратить, уж пошли. Я просто не вижу смысла. Не, ну интересно, что у нас там написано? Туапсинский район. Здесь вот тоже есть всякие эти сувениры какие-то, варенье он продает. Ну, конечно, естественно, дороже, чем там, где мы смотрели.